Приветствую зрителей и подписчиков моего канала, это канал AlexandPlay. Мы продолжаем играть в мод Кайзер Дукс, Кайзер Рейх Экспэншн за французскую народную империю, за Наполеона VI, за социал-демократию, все как обычно. И в прошлой серии мы начали японскую кампанию, помогли разгромить японскую империю, помогли Российской Республике победить Японию. Ну и, в принципе, нашим союзникам тоже по Антанте мы помогли им преуспеть в японской кампании. Ну, Индия при этом смогла объединиться, ну, практически объединиться. Тут Республика Бирма забрала очень много. Ну, а мы смогли получить Филиппины в качестве марионетки. Почему бы и нет? Неплохо. Вот так вот. Ну и в этой серии мы уже будем готовиться непосредственно к войне с Германской империей. Безусловно, надо подготовиться к этой войне. Ну, Швейцарию мы захватим чуть позже, отомстим им, что они признали коммуну, а не Францию нашу. Вот. Будем готовить дивизии, будем готовить армии и так далее. Ну и, естественно, решать вопросы военные, пересматривать военное дело, всякие армейские реформы проводить. Ну и, конечно же, будем держать взгляд на восток, извечный враг, это Германская империя для нас. И также мы утвердим наши колониальные претензии. Не знаю, начнется ли война в этой серии, но посмотрим, как пойдет. Отлично, мы консолидировали союзы, союзы по Антанте. Дальше мы уже пойдем пересматривать, естественно, военное дело. Во-первых, мы не можем выйти к возвращению вечной Франции фокусом, да, тут внешнеполитическим. Тут надо восстановить престиж армии после успешного освобождения и реконструкции. Вот. Берем фокус пересмотреть военное дело. Сразу после освобождения французские вооруженные силы пришли в некоторый упадок, поскольку средства были перенаправлены на восстановление. И многие солдаты были убиты в ходе войны. Однако теперь, когда Франция встала на ноги, мы можем снова увеличить военное финансирование, начав с инвестиций в тактическое развитие и расширение офицерского корпуса. Прекрасно. Тем временем канадский референдум провалился. После восстановления Соединенного Королевства и возвращения короля Эдварда в Букингемский дворец, королевство Канады, видимо, теперь чувствует себя брошенной, невостребованной и забытой после того, как ее задача была выполнена. В течение последнего месяца страна была охвачена противоречивыми дебатами о будущем своего места в Содружестве. Франкоязычные канадцы были настроены категорически отрицательно, в то время как англоязычные канадцы, поддерживающие более традиционных взглядов, выступали за то, чтобы остаться. Гнев по поводу референдума привел к жестоким демонстрациям и почти беспорядкам, кульминацией которых стало сегодняшнее голосование, на котором было дано окончательное «нет». Канада остается доминионом в составе империи. Что станет с Квебеком после этого референдума, еще предстоит выяснить. Люди высказались. Взгляд на восток. Самый большой дипломатический вопрос, стоящий сейчас перед нами, это вопрос о Германии, поскольку вероломные боши продолжают оккупировать Эльзас-Лотарингию, а также многие бывшие французские колонии, украденные в момент нашей слабости. Нам необходимо определить нашу политику в отношении Рейха, поскольку мы стремимся занять свое место среди великих держав. Судьба солдат-коммунаров. С момента падения режима коммунаров, простые солдаты, служившие в его армии, находились в состоянии правой неопределенности. Что было бы абсолютно неприемлемо, если бы это продолжалось долгое время. Таким образом, мы должны окончательно определиться с нашей политикой в отношении этих людей. Хотя любое решение, к которому мы придем, наверняка будет спорным. Придет событие солдат коммуны. Ну, в общем, будем решать их судьбу. А мы, кстати, из-за немецких гарнизонов этих чертовых, мы не можем взять фокус «Извечный враг» и утвердить наши колониальные претензии. А как избавиться от этой хрени, я не знаю. Типа, там договор должен был уже закончиться. Да, он на самом деле-то тут и закончился. Тут его нигде больше нет. Но экономические уступки так и остались у нас. Немцам и немецкие гарнизоны остались. Я думаю, они исчезнут.
Они ни хрена не исчезли. Поэтому я даже не знаю, что делать. Что же нам делать реально? Так, а можно же как-то будет его убрать здесь, допустим? Фокус на расстоянии вытянутой руки. А, блин, нам надо сюда выходить в любом случае. То есть, на расстоянии вытянутой руки. То есть нам надо вот сюда выходить, да? Фокус на расстоянии вытянутой руки выполнен. Понял. Ну, посмотрим. Ладно, наверное, надо будет сюда идти, но я пока подожду. Ну, потому что мы сюда-то никак не выйдем. Вот тогда избавляться от немецких гарнизонов, я не знаю как. От этого избавиться. А от читаемой как-то брать, ну, не знаю, не знаю. Кажется, не надо. Ладно, если мы сюда все равно можем выйти, то есть, видишь, необходимо что-либо из этого. Либо предложение невмешательства, либо новый эльзасский ультиматум. Так что, по идее, можем сюда выйти, так как, чтобы взять, покончить с угрозой Бошей, надо взять фокус на расстоянии вытянутой руки. Поэтому мы пойдем тут немецкую оттепель, вот это, типа будет оттепель, на самом деле нифига ее не будет. Вот, окей, давайте так тогда поступим. Ладно, тогда немецкую оттепель берем. Мы должны признать печальную истину, что попытка уничтожить Германскую империю — это выдача желаемого за действительное. Их вооруженные силы и экономика по-прежнему превосходят наши на многие мили. И, вероятно, всегда будут превосходить. Но это мы еще посмотрим. Поэтому лучшее, что мы можем сделать, это попытаться сотрудничать и извлекать возможные выгоды. Мы можем начать с предложения об учреждении посольств столицы друг друга впервые с 1914 года. События национальной Франции стремится улучшить отношения. Берем, окей. Солдаты коммуны. Сразу после краха армии коммунаров большинство солдат были быстро задержаны их собственными силами в качестве военнопленных, в то время как некоторые другие бежали в леса и холмы, либо чтобы продолжить свою борьбу, либо просто избежать наказания. Однако теперь мы должны решить, как обращаться с теми солдатами, которые находятся у нас под стражей. Некоторые утверждают, что все, кто сражался за коммуну, являются военными преступниками и предателями Франции, хотя многие утверждают, что рядовые солдаты низшего звена лишь выполняли свою работу. Хотя их дело было неправильным, они тоже французы, заслуживают права вернуться домой и получить те же льготы, что и наши солдаты, например, военную пенсию. Но есть и те, кто считает, что мы могли бы позволить рядовым армии коммунаров вновь поступить к нам на службу. Но мы сделаем так, что мы не будем позволять им служить снова, но будем относиться к ним как к ветеранам. Возьмем средний вариант. Чествование героям. Люди, сражавшиеся за освобождение Франции, величайшие герои современности, которые знала эта нация, и они должны быть признаны таковыми. Новая программа льгот для ветеранов и культурные мероприятия, направленные на признание их героизма, обеспечит признание жертв, принесенных ради Франции. Плюс база поддержки войны плюс 7%. Это хорошо. Нам надо, чтобы было 100%. Уже поддержка войны скоро будет. Русские ресурсы плюс 10 тысяч. И социал-демократ изменение популярности 3%. Окей. Германия согласна. Германия дала свое благословение нашему предложению о постоянном обмене послами, и опытный немецкий дипломат Герберт фон Дирксен прибыл в Париж в качестве посла Германии, в то время как строится большое новое посольство. Это важный шаг для расширения сотрудничества между нашими двумя странами. Французское правительство не скрывает свое намерение развивать это достижение для заключения нового торгового соглашения с Рейхом. Важный дипломатический успех.
Торговля с Рейхом. Поскольку Германия приняла наше первоначальное предложение, сейчас мы можем пойти дальше и предложить взаимовыгодную торговую сделку, предусматривающую свободный обмен ресурсами и товарами через границу. Это значительно улучшит отношения, а также сделает статус Златоринги менее спорным, поскольку она будет менее отрезана от Франции и французских инвестиций. Произойдет событие ратифицировано франко-германское торговое соглашение. Восстановить военный престиж. Французские вооруженные силы показали, на что они способны во времена освобождения, и крайне важно, чтобы иностранные державы не воспринимали их как упадок. Новые военные учения и дальнейшее расширение военного бюджета обеспечат сохранение нашей вновь обретенной репутации военного мастерства. Будет добавлена идея армии освобождения, что то получаемый под армии, видите сами на экране, 0,03 ежедневно. Атака дивизии плюс 5, защита дивизии плюс 5, скорость планирования плюс 6, коэффициент роста командных ресурсов в день плюс 4. Прекрасно, вот это нам то, что нужно. Ратифицировано франко-германское торговое соглашение. Сегодня правительства Франции и Германии официально ратифицировали обширное торговое соглашение, позволяющее свободно обмениваться ресурсами и товарами через границу и предоставляющее предприятиям каждой страны благоприятные условия для работы в другой. Это беспрецедентный шаг к миру между Францией и Германией, и дипломаты обеих стран все более оптимистично смотрят на будущее отношений, хотя еще предстоит выяснить, насколько далеко пойдет правительство Германии во имя примирения. Отличные новости. Прекрасно. Предложение о невмешательстве. До сих пор Германия приветствовала наши усилия по примирению. Учитывая это, мы предложим немцам подписать официальный договор о невмешательстве, признав нынешние границы друг друга и договорившись о сферах влияния по всему миру, в которые другая страна не будет вмешиваться. Если немцы согласятся, это будет беспрецедентная победа мира, но количество уступок, на которые они готовы пойти, может оказаться недостаточным. Французы требуют заключения договора о невмешательстве. Путь к Великой Франции? Мы только что вышли из длительного этапа восстановления нашей прекрасной страны после нашей победы над мерзкими коммунарами и последующего за этим освобождения. Мы уже видим, как наши французские соотечественники живут без тирании, а те, кто был сослан в Алжир, счастливы обрести свою землю, ее богатые поля и красивые города. Однако возникает вопрос, что наша страна, хотя и восстановлена, не так могущественна по всему миру, как раньше. И хотя мы, бесспорно, великая держава, у нас больше нет прежней власти над мировыми делами. Большинство наших соотечественников говорят, что французской крови уже пролито слишком много, и что было бы лучше остановиться. Однако некоторые члены нашего правительства, наоборот, подталкивают нас начать крестовый поход за восстановление величия Франции. Так, можем восстановить наше место под солнцем, либо идея великолепный изоляционизм. Либо гражданская война только что закончилась, сейчас не время для безумных амбиций. Ну, возьмем все-таки высший вариант, хоть мы и не будем сильно устраивать тут империализм, захватывать больше колоний, мы, естественно, ограничимся в Европе, ограничимся в Африке и ограничимся в Индокитае. Больше мы ничего брать не будем. Все-таки мы в Антанте-то останемся. Но мы все-таки возьмем, мы восстановим наше место под солнцем. Все-таки я этот вариант возьму, возвращение вечной Франции. Поэтому это... А, ну и понятно, если бы мы не взяли этот фокус, то есть это решение, этот вариант решения в ивенте, то тогда бы не открылось возвращение вечной Франции. А я все-таки хочу вот все национализировать потом, построить великую Францию тут. Фландрию, Романию, вот это все забрать, бельгийские территории и прочее. Ну и иначе мы бы не смогли покончить с угрозой Боши, поэтому отлично, что мы смогли это открыть. Но этот фокус сразу пропустился. Мы решили восстановить наше величие через военные завоевания после успешного возрождения. Уже сейчас наши солдаты и наш народ преисполненные патриотизмом готовятся начать настоящий крестовый поход
против всех врагов Франции. Как сказал император, невозможное не французское. Пост базы поддержки плюс 15. Окей, прекрасно. Ну вот, на расстоянии вытянутой руки нам надо выйти всего лишь. Покончить с угрозой Боши тем самым. Ну и тут восстановим всякие. Можем побывать в Швейцарии, воссоединиться с нашими братьями по бельгийской крови. Мы вместе с итальянским предателем. Но это и так все в войне получится нам делать. Так-то мы без... Ну, то есть, просто мы их так захватить не можем. Это все равно война с Рейхспактом, так или иначе. Ну, вот. Но все равно прикольно, все равно классно. Так, надеюсь, это записывается, да. Вопрос об Антанте. Теперь, когда мы начали заявлять о себе на мировой арене, возникает главный вопрос. Что насчет нашего союза с британцами? Некоторые говорят, что их интересы противоречат нашим, в то время как другие говорят, что их помощь пособничество слишком ценны, чтобы мы... что было бы бесчестно оставить их сейчас. Третья позиция согласна с тем, что хотя интересы Антанты больше не совпадают с нашими, они считают, что простого выхода из Альянса недостаточно. Вместо этого они считают, что мы должны сформировать наш собственный Альянс, чтобы действовать в качестве противовеса Антанте, который доминируют англичане. Все позиции остаются в силе, поскольку дебаты становятся все более жаркими. Решение должно быть принято быстро. Но так как мы в этом прохождении решили поиграть за социал-демократического Наполеона, то выходить из Антанты мы не будем. Мы все-таки будем дружить с Антантой в этом прохождении. Когда я буду играть за уже автократического Наполеона, за патерналистского, то тогда, естественно, мы... континентальную систему создадим, опять-таки. Ну а тут мы будем все-таки дружить с британцами. Средний вариант вообще хрень. То есть без альянса просто существовать как-то тупо. Ну это просто глупое решение. Тут либо действительно, либо с Антантой сотрудничать, либо все-таки свой альянс какой-то создавать. Но все-таки в это прохождение сотрудничество с Антантой выгодно. Поэтому возьмем первый вариант, конечно. Мы друзья с британцами отныне и навсегда. Все-таки у нас не так уже много противоречий. Это уже в 19 веке противоречия были с британцами. А сейчас уже все иначе. Все иначе. Атомные исследования. В настоящее время страны всего мира стремятся разработать ядерные бомбы, способные уничтожить целые города путем расщепления атома. Некоторые беспокоятся, что это станет концом человечества, но многие оптимисты утверждают, что если оружие станет столь опасным, то страны будут прилагать больше усилий, чтобы избежать конфликтов. В любое время для безопасности Франции и для сдерживания любого нападения мы должны рассмотреть возможность разработки собственного ядерного оружия. Нам будут добавлены бонусы 100% к исследованию атомной технологии. При этом два раза. То есть мы сможем прокачать, во-первых, 100% бонус атомное исследование. Это атомное исследование. И сможем еще прокачать ядерный реактор с бонусом. Это тоже прекрасно. Немцы согласны. Сегодня посол Дирксен уведомил нас о том, что правительство Германии приняло наше предложение о заключении договора о невмешательстве и намерено в ближайшее время официально подписать его. Хотя некоторые детали все еще предстоит уточнить, например, точные границы наших сфер влияния и правовой статус бывших французских колоний, это огромный дипломатический успех, который заслужил похвалу во всем мире. А Наполеон VI объявил, что соглашение означает мир в наше время. Никогда больше Европа не будет вергнута в бессмысленную войну. Ну, да-да, конечно. Я думаю, что такое не будет. Мы пока временно с ними дружим, но потом уже не будем. Черт, мы все-таки на расстоянии вытянутой руки выйти не можем. Это, конечно, очень плохо. Придется через щиты брать. Что поделать? Новую эру мира я не хочу брать. Расширять второе бюро, ну... Это бы успеется не так важно. Это не так реально важно. А, это мы во время войны сделаем. Это плевать.
Особо даже читать не буду. Ну, просто прочитаю, но потом возьмем. Будущее страны будет все меньше и меньше соперничать на поле боя. Вместо этого будут сосредотачиваться на соревноваться за информацию, разведданные. Мы должны идти в ногу с этой развивающейся тенденцией, поручить новое финансирование второго бюро. Наряду с усилиями по вербовке и более глубокими исследованиями, инновациями в отношении методов шпионажа. Данная идея расширенное второе бюро. Окей. Ой, а я взял сразу на автомате. Ладно, сейчас, короче, через читы я возьму фокус на расстояние вытянутой руки. Ну, потому что, ну, другого варианта нет. Ну, либо, конечно, оправдать цель войны через... А, мы не сможем оправдать цель войны, потому что не 75% мировой напряги. Поэтому другого выхода нет, в любом случае, через читы. Война на расстоянии вытянутой руки. Войны с Германией не будет. Войны с Германией не будет. Это ясно наверняка. Однако мира тоже не будет. Глубокое исконное соперничество между нашими двумя странами не может просто исчезнуть. У нас нет другого выбора, кроме как неровно конкурировать за влияние во всем мире. В то время как вопрос из-за Лотарингии останется нерешенным еще до одного поколения. Да, возьмем, конечно же. Ой, еженедельные людские ресурсы плюс 10. Отлично. Это нам сейчас, конечно, очень необходимо. Очень необходимо. Так что берем этот фокус. Хоть и через читы, но что, собственно говоря, поделать. Зато покончить с угрозой Боши и открытое решение. И фокус, точнее, мы сможем его взять. Но, конечно же, еще надо подготовиться. Мы еще не готовы. Не готовы. Ага, то есть, ну, пьедестал Франции на мировой арене нам недоступен, конечно же. Это из-за того, что я сейчас читы врубил, поэтому возможно взять этот фокус. Но, естественно, мы брать его не будем. Видите, у нас тут все фокусы возможно взять. Ладно. Извините меня, что так получилось. Так, тогда дальше что мы берем? 22 минуты, но еще есть время. Точно, в этой войне, в этой серии мы не будем воевать, потому что мы еще не готовы. Нам как минимум, то есть в Европе-то готовы, пожалуйста. У нас тут 20, то есть 48 дивизий на границе с Германией и германской Бельгией, да, и мы там легко пробьемся. Но вот 24 танковых дивизий хороших есть, и они довольно-таки неплохо тут пробьются. Я думаю, окружит. У меня такой план до Вильгельмсхафена доехать. Все захватить и Голландию с Бельгией просто окружить. Ну а здесь устроить в английском канале, то бишь в Ла-Манше и в Восточном Северном море, устроить просто блокаду. У нас, в принципе, флот позволяет это сделать. У нас сколько кораблей? 414 кораблей. Но мы превосходим германский флот. Прекрасно. Мы просто это сделаем. 414 кораблей. Ну, Канада 112. Ну, в общем, Канада нам тоже немножко подсобит. Так скажем. Да. Так. Ну, еще потом, наверное, Тихоокеанские штаты вступят в Антанту. Тоже с флотом помогут. Но все равно у них флота мало. Единственная великая морская держава — это мы. Это мы. Вот так вот. Сколько у османов, кстати? Ну, османов тоже фигня. Ну, в общем, нам надо куда войска поставить. Здесь-то все в порядке. В Испании есть войска на Испанию, на Италию, Наполеон. Но нам надо еще войска поставить на Марокко, во-первых. Это в первую очередь. Потом поставить на границе вот с Мидель-Африкой, германской, да? С германской Мидель-Африкой. Вот тут вот по Нигерии до Египта, до Чада. Нам надо дойти. Плюс еще на германскую Вест-Африку. И, возможно, на Либерию еще армия понадобится нам. И, в принципе, все. В общем, еще армии надо поделать. Так или иначе нам. Так, ну по фокусам дальше возьмем... Давайте фокус возьмем вот этот. Одним из богатств нашей Франции была ее огромная колониальная империя, где множество самых разных людей служили сердцем Отечества и ценностям свободы, равенства и братства, которые оно
олицетворяет. К сожалению, большая часть этих ценностей попала в руки Божьи, которые похитили их. Они думают, что нами забыты, но Франция никогда не забывает своих сыновей. Мы африканцы. Как сказано в гимне африканской армии генерала де Латра де Тассиньи, «Lesion des Africains». Уникальные узы связывают Францию и всех ее африканских сыновей. Узы, разорванные немцами, но которые не смогли разрушить любовь этих африканцев к Франции. Но не бойтесь, ваше освобождение близко и неизбежно. Прекрасно, возьмем этот фокус. А, тут даже уже аннексия будет. Ну, то есть, получена цель для аннексии против Мадагаскара и еще нескольких государств. А это именно против Респакта уже претензий будет, конечно, будут, конечно же. Ну, в общем, нам остается еще 12 дивизий сделать, чтобы Либерию покрыть. Покрыть фронт с Либерией и, в принципе, естественно, обучить армию. Конечно же. И будем уже в следующей серии начинать точно войну. В общем, конфликт. В общем, с кем я планирую повоевать? Это вот только, в принципе, с Респактом. Конечно же. Со Швейцарией повоевать. И повоевать еще с Османской империей. Ну и также, конечно же, с Индокитайским союзом и с Релийским Сиамом. Конечно, с ними надо тоже нам будет разобраться. Но остальное меня уже больше не интересует. Поэтому, скорее всего, следующая серия будет финальной. Хотя, может быть, и нет. Посмотрим, как будет. Может быть, еще следующая и еще следующая серия. Может быть, еще две серии. Но посмотрим, ладно. Сколько там по времени, кстати, 26 минут. Но еще есть, еще чуть-чуть посидим с вами. Наши люди снова в Ханое. Посмотрите, что Фриц сотворил с нашим Индокитайским союзом. Территория эксплуатации, полная коренных социалистических повстанцев и напыщенных и неуважительных немецких колонистов. Колония была намного лучше, когда мы находились там. Нет сомнений, что коренное население и их правитель согласны с нами, чтобы не говорили немцы. В общем, аннексия против Камбоджи, Индокитайского союза. Ну да, против Индокитайского союза и Камбоджи. Окей. Ну и получено будет претензия на регион. Прекрасно. Так, фокус мы снова в Ханое вкачали. Дальше. Давайте пойдем все-таки Великую Францию брать фокус. Ну, потому что претензии уж сразу получить, потом уже посмотрим. Так, мы не можем довольствоваться нашими нынешними границами. Многие наши французские братья и сестры страдают под гнетом иностранных держав и вызывают к своей матери прийти и спасти их. Мы услышали их, и уже армии Франции готовятся к походу во славу своей страны. В общем, получим тут претензий очень много. Это очень хорошо. То есть, не претензии, а корк. Корк национальных территорий. Поэтому берем данный фокус. Также плюс еще я добавил Российскую Республику в Антанту. Почему бы и нет? Там социал-демократы. И, в принципе, у нас хорошие отношения с ними. Почему бы их не позвать, я считаю. Ну, в Канаде плюс еще социал-либералы. Они возглавляют альянс. Соединенное Королевство рыночные либералы. Ну, в Тихоокеанских штатах социал-консерваторы, но они все равно республиканцы. Республиканская демократическая партия у них, так что тоже не страшно. Но им осталось добить тут МакАртера, Соединенные Штаты. Ну тут осталось только ему Нью-Йорк взять, в принципе, и все. МакАртер капитулирует. Тихоокеанские штаты могут начать восстанавливаться, а потом и могут вступить в Антанту, что будет прикольно тоже. Если такое случится. Ну и сейчас я массово еще обучаю армию, все наши дивизии. Только дело в том, что Российская Республика воюет с Османской империей. В принципе, ладно, ничего, можем вступить и помочь в целом-то. Можно вот это вот пристать обучать армию. Допустим, Вейгана отправить на границу вот так вот с Османской империей и начать наступление. В принципе, здесь тоже можно получить некоторые колонии. Почему бы и нет? Давайте все-таки это сделаем. Мне кажется, это
довольно-таки хорошее решение повоевать сейчас с ними. Так, здесь, в принципе, тоже войска обучились. Можно пока планы подредактировать и вот на Египет поставить тоже армию. И разгромить, в принципе, Османскую империю. Почему бы и нет? В чем выгодность этой войны? Во-первых, мы сможем учить Триполетанию полностью, включить свою империю, колонию, да? И, во-первых, еще вспомнить былой поход Наполеона I Бонапарта в Египет. В принципе, тут закрепиться. Потом даже мы сможем получить по мирной конференции, я думаю, очков будет у нас больше, мы сможем Египет получить. Плюс потом мы будем Суэцким каналом руководить. Потому что я его заберу, естественно, у Германской империи. Для доминиона Индии в чем выгодность этой войны? То, что они тут... нет, они тут нифига не заберут. Но, в принципе, почему? В Афганистан можно получить марионеточку. Тоже в качестве для британцев, допустим. Ну и вообще, почему бы и не уничтожить Османскую империю? И тут, во-первых, еще есть наши территории у османчиков. Сирия, допустим, вот это. Надо бы вот это все забрать, конечно. Сколько там по времени? Но уже мы этим будем заниматься, я думаю, в следующей серии. Не будем затягивать эту серию сейчас. Ну а пока просто что-нибудь на флот возьму там, покачаю. Но на этом я тогда буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. И знайте, что самое интересное еще впереди. И обязательно комментируйте. Всем удачи и пока. Пока-пока.